матч оставил такое, ну, двоякое такое, твои двоякие такие ощущения. Ну, в принципе, Оренбург достойно смотрелся в двух предыдущих играх. Он и в Ростове серебряным призером, и с чемпионом. Ну, выглядел неплохо, хорошо выглядел. Вот. И сегодня он как бы подтвердил. Вот. Ну, а своей командой я недоволен той части, которая связана с контролем мяча, с импровизацией в атаке. Да, слишком много все-таки было суеты такой. Очень хотели выиграть. Было много такой, много таких энергичных действий, ну, что свидетельствовало о том, что физическое состояние такое нормальное, да. Вот, динамику выдержали, а вот таких, вроде бы, простая игра была, превалировала у Оренбурга. Длинные передачи, их было очень много, борьба, подбор. Но вот даже против такой, вроде бы, простой игры наши игроки действовали, ну, в некоторых ситуациях вообще не лучшим образом, позволяя подбирать мяч, хотя, казалось бы, нас на данном участке больше. Но это может быть еще и не только наша проблема, может быть, это и заслуга хозяев. Все-таки они успевали за игровыми ситуациями, чувствовалось, что команда не только неплохо организована, что подчеркивали и другие соперники, да, но и к тому же еще и физически тоже готова неплохо. Вот. Но в целом, если говорить результатом, то я, можно сказать, по игре удовлетворен, а вот то, что касается качества игры, особенно в атаке, конечно, надо играть получше. Все. Спасибо. Вопросы? ДТРК? Создал ли Дурников вам сегодня проблему? Ну, я думаю, что нам проблему создала команда. Команда. Вот. Прудников имел один неплохой момент, когда ему Зайцев, ну, видимо, по старой дружбе решил помочь. Ему в простой ситуации отдал мяч, и тот момент был такой опасный достаточно.